Друзья, всем привет. Угадайте, что это? Что это я вам показала? Конечно же, это гранат. Представляете, первые гранатики в нашем саду. Первые распустились. Буквально мы их заметили недавно. Представляете, какая прелесть. Господи, я даже не знала, что действительно у нас будет гранат. Он у нас живет здесь уже 3 года. И вот у него 3 красненьких таких бутончика, можно так сказать. Видите, какая милота. Какая прелесть. Будут свои гранаты скоро. Инжир есть. Все другие фрукты есть. Виноград есть. И будут гранатики. Это он только-только начинает. Представляете, будет на следующий год. Ветерочек хорошо так, а то у нас жара же, целую неделю до 40 градусов обещают. И я вам хотела показать эту хурму злополучную, которая по-прежнему точно такая же, видите, мелкая. Вот она. Никаких изменений нету, поэтому осенью она будет, конечно же, убрана отсюда. И вот он, виноград. Винограда уже можно снимать и кушать. Все, он готов. Ладно, попозже сниму. На этом кусту много-много винограда. Капусточка моя принялась. Это поздняя. Начала завязываться потихоньку. Выпалила ее, окучила. И все, она потихоньку закручивается. Еще хочу я вам что показать. Смотрите, поспел еще один нектарин. Тот нектарин, который мы на большом дереве, он уже все, мы его скушали. А вот этот вот поспел. И сейчас мы его будем собирать. Так, улитка. Улитка кушает благополучно. Не надо кушать тут ничего. Видите, хороший такой, красивый нектаринчик. Хотела вам показать эту картошку, которую я высадила старую. Вот она, видите, это второй урожай. Вот немножко, буквально несколько луночек посадила. Там, где курочки гуляют, я тоже сажала, но, к сожалению, они ее там, наверное, затоптали или заклевали, или еще что-то. В общем, будем собирать сейчас нектарин. Пусть их немного, но он тоже первогодочка. Как бы ему 3 года, самому нектарину. Видите, некоторые засохли. Выбросим их. Вот эти вот будем кушать. Все, урожай уже с наших деревьев пошел. Видите, как? А это у меня табак. Ну, не у меня, вернее, у Олега табак. Не знаю, будет он его сушить или нет. Будет он его курить или нет, но табак вот такой вот у нас вымахал. Его, по идее, уже надо было бы собрать, наверное, листочки уже сушить, я так думаю. И еще, конечно же, инжира у нас будет море. Я вам хотела сказать, у того, у кого нет инжира, не завязываются. Я вам скажу один маленький секрет. Приблизительно в июне, когда ветки уже достигнут вот такой высоты, отрежьте всем им макушки. Макушки отрежьте, и начнут завязываться сразу же плоды. Мы не знали об этом. 4 года мы живем, мы об этом не знали, представляете? И вот в этом году нам только сказали, а мы что только не делали с ним. И вот когда я обрезала макушки, сразу же везде стали завязываться плоды. Практически на каждом кусту. Единственный куст, который молодой, вот этот вот, он еще не дал ни одни плоды. Ему 3-й год, но я ему тоже обрезала макушечки. Пока нету плодов. Это черный какой-то, крымский или какой-то, что-то в этом роде. Покупали мы этот куст на выставке. На нем нету плодов. А вот эти вот все завязались. Сейчас еще покажу, которые в углу там у нас растут. Ну, там, где были индюки. Вот, смотрите. Здесь вот, где были индюки, здесь у нас растет 3 куста. Один маленький, он там придавленный. И вот этот вот. Когда я обрезала им все макушки, все стало усыпано вот таким вот
плодами. И вчера мы сняли 2 плода. Они такие, знаете, темнее, чем тот. Я вам, конечно, не сняла, потому что был вечер. И мы их не это самое. Ну, не стали снимать, потому что темновато было. Вы бы их не увидели. А так зеленых плодов вот много. На этом инжире. Так что имейте в виду, макушечки срезали. Все, плоды пошли завязываться. Не знаю, сейчас уже еще можно или нет. Когда будете срезать, желательно в перчатках, чтобы не попал на вас сок от инжира. Потому что, говорят, он очень плохо действует на кожу. Будьте осторожны. Еще я вам хотела показать. Вот тут вот у меня, конечно, паутина. Вот, видите, красненькие ягодки. Это кизил. Все-таки кизил. Завязал ягодки, не было. И есть еще вот на этом кустике. Здесь у нас их 3. Но здесь они еще какие-то, ну, такие светленькие, можно так сказать. И здесь их побольше. Но они мельче и какие-то желтые еще, наверное, может, не соспели. Они, наверное, здесь разные сорта. Этот кизил, он был здесь. А, вот еще, вот видите, вот ягодки. На свету покажу. Вот. В общем, кизил тоже у нас здесь. Вот такие дела, друзья, у нас нынче. Прямо радует, радует сад, огород радует. Вот эти кустики, я их не вырываю, они мне так нравятся. Такие красивенькие. Ну, это вот здесь вот клубника-то уже отошла практически. Местами есть только ягодки. Вот этот вот цветочек, он каждый год у меня здесь стоит. Если кто давно нас смотрит, наверное, уже знают, что у меня этот цветочек постоянно здесь стоит. Пчелки, пчелки опыляют его. Видите, прилетают. Ой. Так крепко сидят, да? Крепко сидят. Ну, надо снимать, потому что жара такая, не сварится просто. Они сварятся на деревьях. Могут заболеть и испортиться. Видишь, как крепко еще и не оторвешь. Ну, я стараюсь тихонечко, чтобы не поранить их. Угу. Вон еще справа одна. Вон еще там. А те вот, я не знаю, вот эти вот, они как будто недоспелые, что ли. Прямо такие, прям маленькие. Ты вот там он не собрал все. Там самая большая осталась. О, видишь, какая. Ветерок тут хорошо, да? Я вот эти вот хотела оставить. Пусть они, может, еще поналиются. Я полила его, нектаринчик. И ту маленькую оставь, и этих. Ну, просто поглядывать будем на них. 5 штучек пусть останутся. Ну-ка. Бери самую мягкую, вкусненькую. Вот это не вкуснее? Какая? Вот большая лежит. Да. Знаю. Вот эту кушаешь? А что думаешь, они все уже... Готовы. Все готовы. Ну-ка пробуй. Вкуснота. Вкуснятина. Да. Кушай. На, кушай. Божественно. Вкусно. Сладкая-то какая. Все фрукты практически уже у нас свои, да, остались гранаты только попробовать. Как ты говоришь? Все фрукты есть уже свои, ну, которые кусты посадили. А гранат еще только первый год. Киви еще.
А, еще киви, да, мы еще киви, не это самое.